Итак, всем добрый день. С вами сегодня снова я. Меня зовут Платонова Татьяна и Wolf Fitness. Проведем сегодня силовую тренировку, зарядимся бодростью. Тренировка называется Muscle Toning. Достаточно классическая тренировка, без прыжков, без подскоков, на основные группы мышц, на все тело. Вам понадобится пространство свободное для того, чтобы вы могли спокойно перемещаться у меня. Это либо пустой пол, либо коврик. Также вам нужна будет либо спортивная обувь, либо босые стопы без носков, чтобы вы не скользили. И, внимание, у кого есть отягощения, попрошу сейчас их поставить рядом с собой. У меня будут гантельки по 2 килограмма, я их буду брать иногда, чтобы показывать, как работать с отягощением, но сама буду работать без него. Если у вас нет гантелей, можно взять блины, можно взять амортизатор, резинку, а можно взять бутылки с водой или какие-то тяжелые предметы, кошек, детей. Если отягощений нет совсем, занимаемся без него. Будьте внимательны, также нам понадобится бутылочка воды либо стакан с водой, который будет стоять рядом, но так, чтобы вы его не сбили. Будем настраиваться. Стопы на ширину таза. Чуть согните колени. Раскройте грудь и опустите плечи к полу. Мышцы шеи длинные, подбородок направлен на грудную клетку, а макушкой вытянулись кверху. Подтянули мышцы живота, напрягли пресс. 4, 3, подышим. Вдох, вдох. Выдох. Еще. Еще два. Последний. Ладони вниз, круг плечом назад. Медленно. Как вам наше музыкальное сопровождение? Сегодня немного русской попсы. Не знаю, соскучились ли вы. Хочется движа. Хорошо. В два раза чаще. Назад, назад, назад. Ускоряем движение плечом и лопаткой. Пресс держим сильным. 4, 3, 2. Ладони перед собой. Раскрылись, округлились. Работаем грудной клеткой. Поясницу стараемся держать без прогиба. Только вверх. 3, 2. Ладони к бедрам. Прогнулись, округлились. Работаем низом спины. Внимание, шея в нейтральной позиции. Взгляд к полу, только поясница. 3, 2. И круглой спиной вверх. Руки перед собой, скручиваемся. Вправо, лево. Включи косые мышцы живота. Растяни мышцы спины. 4, 3, 2. Добавь удар рукой в сторону. 8, 7. 6. Таз на месте. Бедра фиксируй. 4. 3. 2. И доворот бедром. Стопа на носке. Вес тела с одной ноги на другую. Разворот шире на 180 градусов. 4. 3. 2. Отлично. Ладони к низу. Круг плечом назад отсюда. Собирай лопатки. Оттягивай плечи. Поднимать пульс скоро. 4, 3, 2. Будьте внимательны. Удар колена по одному. Вверх, 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 вверх. Скрутись ладонями к бедру, бедром корпуса. Напоминаю, сегодня не прыжков, нет подскоков. Работаем только за счет мягких движений. По два, два, два. Еще. Пупок к позвоночному столбу. Пресс напряжен. Поясница без прогиба. Отлично. И захлёст по одному. Пятка назад. Колено в пол. Поясница не имеет прогиба. Держи сильный пресс. Руки вдоль корпуса. 4, 3, 2. Работаем по 2. 2, 2. Пяточку ближе к ягодице. Почувствуй легкое натяжение в передней поверхности бедра. Еще. О, громче музыка. Отлично. Колено. 4, 4, 3, 2. Смена. 4, 3, 2. Смена. Еще. Смена. Захлёст. 4, 4, 3, 2. Смена.
продолжайшие. Снова. Пам, пам, пам. Последний. Внимание. Колено. 8, 7, 6, 5, 4. Удар. Удар. Меняем ногу. 8, 7, 6, 5, 4. А теперь внимательно. Снова колено в сторону, в сторону. Объедини ребра и таз. 4, 3, 2. Смена. 8. Еще, еще. 4, 3, 2. Снова вперед. 16. Еще. Отлично. И здесь добавь доворот. Корпусом назад. 3, 2. Меняем ногу. Сверху вниз. Выдох, выдох. Вверх. И назад с доворотом корпуса. 3, 2. И снова через сторону. Пам, пам, пам. С каждой ноги продолжай вместе со мной. Выдох, выдох. Еще, еще. Мышцы кора готовы. Сегодня будем работать с ними. Пабу. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Смена. 8, 6, 4, 3. По 16, финиш. 16, 15, 14, 13. Еще. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Меняем ногу. 8, шире. Еще. Еще. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Открытый шаг. Рука перед собой. Восстановись, подыши. Немного подогрелись. Хорошо. Мышцы мягкие, эластичные. Стопы шире, плеча, вдох. С выдохом ладони к бедрам. Сгибаем правое колено, таз уводим назад. И пружиним только на правой ноге. Сведи лопатки, разверни плечи. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Меняем сторону. И также глубоко, низко. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Из бедра на бедро. Каждый еще. Право, лево, право, лево. Спину ровней. Еще здесь. 4, 3, 2. Вправо, стоп, развернись вправо, ладонь к полу, левое колено чуть согни, выпрями спину и пружинь левым коленом вниз. 4, 3, пресс сильный, подтянут. Разгибаем оба колена наверх, наверх, носок правой стопы в потолок поднять. Еще. 4, 3, 2, стоп наверху, левая стопа, шаг к себе. Ладони за спину. Прямой спиной. Пульс вперед вниз к прямой правой ноге. 4, 3, 2. Внизу стоп. Стопа ладонью на себя. Опускаемся. Круглой спиной вырастаем. Разворот к центру. Шаг влево. Остаемся слева и разворачиваемся в левую сторону. Правое колено чуть согнуто, стремится к полу, пульсируем. Пахом вниз, вниз, вниз. 4, 3, 2. Разгибаем оба колена вверх, вверх. Левая стопа на себя при подъеме. 4, 3, 2. Наверху стоп. Шаг правой стопой к себе. Ладони за спину. Собери лопатки. Пульсируй вперед-вниз. Прямой спиной к прямой левой ноге. 3, 2. Внизу стоп. Стопу на себя ладошкой. Грудь параллельно полу.
Две ладони в пол, стопа в пол, круглой спиной вверх. Отлично, стопы на ширину плеча, ладони к бедрам прогнулись, округлились, тянем поясницу. Ладони с кресла за колени сзади. Круглой спиной подняться вверх. Тянись, тянись, лопатки далеко друг от друга. Здесь перехватить руки в противоположное направление. Та, что была сзади, ушла вперед. Отпусти захват и круглой спиной поднимись наверх. Раскрой грудь. Ну что, перейдем к основной части. Вначале разомнем наши колени. Поприседаем. Пятки на ширине таза. Чуть согнуты колени. Бедра раскрыты в стороны. Поясница без прогиба. Сильные ягодицы. 4, 3, 2, 2. Садимся вниз. К параллели с полом вдох. И вверх, выдох. Подключи бедро. Подключи ягодицы. Спину не прогибать. Отлично. На каждый счет. 8, 7, выдох. 6, 5. Я по вам очень скучала. Мы, по-моему, не виделись целую неделю. Продолжай. 3, пружины низко. 3, 2, 1. Выросли вверх. 3, 2, 1. 2 повтора. Будем постепенно усложнять. Будьте внимательны. Правую ногу на носок. 2-2 медленно. Вдох. Выдох. Вес тела распределяем между левой пяткой и правым носком. Пах по центру. Носок правой ноги точно под правой тазовой костью. Еще 4. Обрати внимание, стопа не сзади. Это не выпад. Под тазом. Продолжай. Вниз. Наверх. Вниз. И тройная пружина. 3, 2, 1. Еще. Если вы подключились только что, начинайте вместе со мной работу. У всех получится. Внимание, у вас все по-старому. Пробуем со мной. Вниз. Шаг. Центр. Вверх. Вниз. Шаг. Центр. Вверх. Всегда на носок. Это выпад на одной ноге. Как боковой выпад. Еще 4. Носочком веса нет на правой ноге сейчас. На воздухе. Если возможно, вы можете даже не касаться пола. Отлично. И внизу по 3 касания в стороне. Сидим. 3, 2, 1. Выросли. Еще. 3, 2, 1. Выросли. Еще 2 раза. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Отлично. И внимательно, только от ведения останься. Нагрузи левое бедро, выпрями спину. Почувствуй ногу, почувствуй ягодицу. Еще. 6, 5, 4. Я с тобой. Еще 2. Финальный. Выросли, молодцы. Потяни переднюю поверхность левого бедра. Колени узко. Чуть согни правую. Таз вперед. Сожми ягодицы сильно. И не прогибайся в пояснице. Дыши. 3, 2. Молодцы. Можете сделать небольшой глоток воды и к следующей ноге. Пятки на ширину таза. Колени в разворот, а носки вперед. Сжали бедра. Подкрутили таз. 3, 2, 2, 2, поехали. Вниз. Наверх, приседаем. Стандартная постановка. Напоминаю, колени не должны уходить иксом внутрь. Чуть кнаружи, разверни. На каждый счет. 8, выдох. 7, и внимание, девочки, мальчики, не ложиться животом на бедро. Корпус далеко от ног, вертикально. 3, 2. 3 пружины. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Держаться. Тренировка всего 45 минут. Отлично. Левая на носок. 2, 2. Вниз. Наверх. Носок левой ноги точно под левой тазовой костью. Правая пятка под правой тазовой косточкой. Хорошо. Пах по центру.
Два раза. Последний также. Тройная пружина. Три, два, один. Выросли. Еще. Еще два раза. Почувствуй бедро правое. Почувствуй ягодицу. У вас все так же. Смотрим. Добавила касание со мной. В сторону. Центр. Вверх. Точно в ту же точку вернуться. Под тазовую кость. Не нужно мне показывать вот это движение. Только под таз. Еще. Вниз. В сторону. Центр. Вверх. В сторону. Центр. Дыши. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Внимание. По три повтора. Сели. Три. Два. Один. Выросли. Еще. Выдох. Выдох. Глубже согни правое колено. Еще два раза. Правое бедро должно чувствовать нагрузку. Последний также. Выдох. Выдох. Дыши. И внизу остались только отведения. Сидим. Сильно-сильно напряги правое бедро. Правую ягодицу. Веса на левой ноге нет. Чуть коснись. Пять. Четыре. Три. Два. Финальный. Выросли. Встряхни ноги. Передняя поверхность правого бедра. Пятка к ягодице. Колени узко. Сожми ягодицу, толкни таз вперед. Не прогибай спины. Держись ровной поясницей. Еще. Три счета. Два. Один. Отпусти захват, встряхни ноги. Внимание, переходим кверху, низ отдохнет. Сейчас, если у вас есть гантельки, либо любое другое отягощение, берем его в руки. Если отягощения нет, остаемся без него. Что будем делать? Стану к вам в диагональ. Внимание. Делаем шаг. Левой стопой вперед. Опускаемся на коврик, либо ставим колено на что-то мягкое. Полотенце, плед. Здесь отягощение находится в двух руках, либо, напоминаю, руки без него. Угол в колене левой ноги прямой, 90 градусов. Ложимся животом, грудью, вперед на левое бедро. Поясницы нет залома. На выдохе отводим руки в стороны. Локти чуть согнуты, ладони до уровня с плечом. Собираем лопатки и стараемся почувствовать плечевой пояс. Вверх спины. Не нужно выводить ладони вверх. Не перегружайте трапецию. Работайте в этой амплитуде до плеча. Вдох мягко вниз. Два, два. В стороны. И вниз. Бедра параллельны друг другу. Продолжайте работу. Через колено и таз проходят две линии. Как в перилах шпалы. Работаем параллельными бедрами. Продолжаем работу медленно. Выдох. И вдох. Еще. Хорошо. И на каждый счет. Темпе. Восемь. Семь. Кто работает без веса? Пальцы рук раскрыты. Большие пальцы направлены вверх. Соберите лопатки. Сожмите их. Продолжайте. Выдох. Выдох. К вам лицом. Еще. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Пульс только вверх. С весом, без веса, неважно. Работай до конца. Старайся не подтягивать плечо сюда. Раскрой шею. Три. Два. Отлично. Ладони внизу. Вес оставили, если он был. Если веса нет, ручки в замок перед собой. Подкрутите правую стопу носком в пол. Оторвите колено. Поработаем над низом. Либо вес в руках. Либо ладони перед грудью. Соберите лопатки, плечи назад, 2-2, выпад. Вниз. Наверх. Вниз. Опора на впереди стоящей левой ноге. Корпус под небольшим наклоном. Продолжая медленно, еще 4. Первый. Хорошо. Второй. Садимся низко, глубоко, покажу боком. Точно вниз. Опорное колено. Прямой угол в себе. Каждый счет. Восемь. Семь. Глубже, ниже. Шесть. Пять. Четыре. Три.
Девансы. Семь пружин внизу, близимся к финишу. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, вверх. Еще семь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, и стоп внизу, статика. Шесть, пять, четыре, три, два, выросли, молодцы, подшагните. Меняем сторону, шаг левой стопой назад. Сгибаем левое колено. Опускаемся грудью и животом вперед на правое бедро. Угол в колене прямой. Вес в ладони. У кого веса нет, без него. Снова отведение плеч. Выдох. Вдох. Два-два. В стороны. И вниз. Продолжай. Обрати внимание на постановку руки. Локоть чуть согнут и развернут к стороне. Работаем без подъема плеча. Продолжай. Еще четыре. Важно, чтобы кисть не была выше плечевого сустава. Локоть также чуть ниже плеча, а кисть чуть ниже локтя. Последний медленно. На каждый счет. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И еще восьмерка. Финишируй. Восемь. Семь. Обманщица. Работай до конца. Еще четыре. Три. Два. Пусть только вверх. Вверх, вверх, вверх. Обрати внимание, вы не должны работать рывком. Работай мягче. Четыре. Три. Два. Опусти ладони. Вес в руках, если есть, оставили. Подкрути левую стопу носком в пол. Отрываем левое колено и работаем выпадом. Подкрути таз, напряги пресс. Без прогибов поясницы, чуть согни колени. Колено правой над пяткой. Два-два, поехали. Вниз. Наверх, не забывай. Если вес в руках, держим внизу. Если веса нет, замочек перед грудью. Сгибаем левое колено глубже. Выполни еще четыре. Первый. И выдох. Второй. Отлично. Третий. Мне уже жарко. Последний также. На каждый счет. Дэм. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Внимание, внизу остались. Статика. Держись. Собери лопатки. Плечи назад. Ягодицы напряжены, пресс подтянут. Четыре. Дышим. Три. Два. Опускаемся, молодцы. Колени друг к другу. Опустись ягодицами на пятки и немного потянись ладони перед собой. Хорошо. Ладони под плечами, круглой спиной вырастай. Здесь гантельки в стороне. Опускаемся на бок. Вам понадобится ковер, либо что-то мягкое. Лягте так, чтобы вам было меня видно. Можете сейчас подставить телефон, либо ноутбук поближе. Внимание! Очень сложное для восприятия упражнение. Поработаем над трицепсом с собственным весом. Опускаемся на бок. Опираемся на таз и нижний локоть. Сейчас прямой луч между локтем, тазом, коленом. Выстроили. Здесь опустили верхнюю ладонь в пол. Согнули верхний локоток. Угол в нем шире 90 градусов. Полностью выпрямили и убрали нижнюю руку к талии. Ложимся точно вниз, плечом к полу. Работать будем опорой на верхнюю руку. Важно, чтобы вы меня поняли. Выдох, опираясь на всю верхнюю ладонь. Толкаем корпус вверх. Вдох, мягко опускаемся вниз. Два-два. Вверх. Вниз. Обрати внимание. Ладонь верхней руки лежит прямо напротив плеча, то есть в проекции с ним в одной плоскости. Вниз не валимся, мягче опуститься. Поначалу вы не будете чувствовать нагрузки, но по мере течения времени нагрузка будет ощущаться сильно. Выпрямляйте локоть полностью. Еще четыре. Я уже чувствую свой трицепс. Три. Хорошо. Ребята, мужчины, если есть у нас перед экранами, и вам эта нагрузка кажется небольшой. Каждый счет, ускорьтесь.
Вы можете работать с отягощением, если у вас есть тяжелые гантели, кикбэк из-за головы. Также проработаете трицепс. Можете работать в наш темп под мой счет. Вниз, вверх, вниз, вверх. Осталось 8, 7. Нижняя рука не помогает. Возьмите себя за верхний бок. 4, 3, 2. Отлично, 3 к 1, медленно. 3, 2, 1, мягко вниз. 3, 2, 1, еще 2 раза вы сможете. 3, 2, 1, последний также. И на каждый счет финишируй, всего 8. 8, 7, до конца локоть выпрямить. 6, 5, 4, 3, 2, финальный. Молодцы. Опустите нижний локоть точно под плечо. Встряхните руку. Работаем над мышцами кора. Боковые подъемы корпуса. Начнем с простого. Согните нижнее колено. Выпрямите верхнее. Здесь локоть, таз, колено, стопа, прямой луч. Верхняя ладонь к тазу. Грудь открыта. Выдох. Толкаем от пола таз. Сокращаем нижний бок. Ребра к тазовым косточкам. От руки не убегать. Локоть под плечом. Верхняя ладонь в потолок. Опуститесь, вдох. Поднимитесь, выдох. Вдох. Задача подтянуть мышцами кора ребра к тазу, а таз к ребрам. На каждый счет. Бам, бам, бам. Выдох, выдох. 4, 3, 2. Наверху стоп, остались. Для тех, кто не готов идти дальше, фиксируем себя в этой позе. Кто готов усложнить, выпрямляем нижнее колено. Стопы торцом к полу. Опуститесь к низу все. И снова на каждый счет подъем вверх, любой вариант. Вверх, вверх, вверх. Ребята, выше. 4, 3, 2. Тройная пружина. 3, 2. Один у нас спорт, да. Продолжаем. Еще 2 раза. 3, 2, 1. Последний также. Наверху стоп. Остались. Верхнюю ладонь за голову. Выдох. Скручиваем локоть к полу. Таз на месте. Вдох. Раскрываемся. Локоть в потолок. На каждый счет работаем. Вниз, вверх. Для тех, кто работает в простой версии, все то же самое. Аналогично. Локоть в пол, только верхом, только корпусом. 4, 3, 2, пульс только вниз. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Умницы, вырастаем, поменяем сторону. Останьтесь лицом ко мне, я лицом к вам. Разворачиваемся на соседний бок. Поработаем над трицепсом. Снова внимательно меня слушаем. Точно на бок. Сгибаем колени. Опора на тазобедренный сустав. Прямой луч колена, таз, локоть. Верхняя ладонь в одной проекции с верхним плечом. Локоть смотрит в сторону, в камеру, ко мне. Опускаемся вниз. Нижней рукой беремся за верхний бок. Обнимаем себя. Гладим. Мы хорошие, мы сидим дома. И внимательно. Выдох. Выпрямляем верхний локоть полностью. Таз остается на полу. Рука в напряжении. Вдох, мягко ложимся вниз. Себя не кидать. 2-2. Вверх. Вниз. Напоминаю, если у экранов есть мужчины. Леша, Игорь. Знаю, вы меня любите смотреть в это время. Работаем со своим оборудованием. Можно взять тяжелую гантельку и проработать кикбэк из-за головы. Еще. Хорошо. Каждый счет. Вверх. 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 Продолжая работу так, чтобы ощутить трицепс. Важно локоть полностью выпрямить. Еще 8. Работаем в темпе. 8. Трицепс включается на разгибание локтя. Если вы локоть оставляете согнутым, трицепс натянут и не напряжен. Выпрямляйте. Если нужно, помогите себе корпусом. Отлично, наверху стоп, остались. Работаем 3 к 1, медленно вниз.
Три, два, один. Еще. Три, два, один. Отлично. И внизу остались на каждый счет. Темп, финиш. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Горит трицепс должен. Три. Два. Финальный. Опустились. Молодцы. Нижний локоть под плечо. Боковые подъемы корпуса из боковой планочки. В начале колено согните. Ладонь к тазу. Выдох. Поднимаем таз от пола. Сжимаем нижний бок. Вдох. Мягко опускаемся вниз. Таз на пол не кладем. Еще. Вверх. Вниз. Ладонь в потолок. Выдох. Вдох. Выдох. Задача не просто, а бы как подняться. Нам нужно сократить нижнюю стенку корпуса. Ребра к тазу. Таз к ребрам. Складочек боковых побольше собираем. Последний также. Каждый счет. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Наверху. Стоп. Остались. Те, кто не готов идти дальше и усложнять, фиксируем себя в этой позе. Кто готов усложнить? Вторую ногу выпрямляем. Все вместе опускаемся вниз. И работаем подъемами на каждый счет. Поехали. Вверх. Вверх. Задача подняться точно в сторону. Девчонки раньше у меня любили вот сюда подниматься. Я, конечно, понимаю, попа у всех у вас красивая. Но работаем боком. Еще восемь. Восемь. Семь, шесть, пять. Ребра к тазу, ребра к тазу. Нашли ребра после двух недель. Надеюсь, да. Наверху стоп, остались. Верхняя ладонь за голову. Скручиваемся, локоть, пол, выдох. Раскрылись, вдох. Поехали. Вниз, вниз, вниз. Задача работать только корпусом. В простом варианте также. Таз неподвижен, мы не должны его закрывать. Только вверх. Еще. Четыре. Три. Два. И пульс только вниз. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Молодцы. Опускаемся, ложимся на спину, отдохнем. Сейчас вы можете сделать глоток воды. Мы меняем плоскость. Поработаем над задней поверхностью бедра и ягодичными мышцами чуть плотнее. Мы уже на финишной прямой. Нам осталось 10-13 минут работы. Но работаем мы в темпе, работаем мы полной силой. Ладони вдоль корпуса. Пятки и колени на ширине таза. Пятки недалеко от ягодиц. Не уводите их далеко. Угол в колене острее прямого. На выдохе, опираясь на две стопы, сжимаем ягодицы. Толкаем таз вверх. Опора на плечи. Опора на лопатки. Поясница не имеет прогиба. Подкрутите таз, напрягите пресс. Вдох мягко вниз. Ягодицы пола не касаются. Два-два. Ягодичный мост. Если у вас есть отягощение, это отлично. Опустите отягощение на тазобедренный сустав. Но не передавайте его вес рукам. Мы работаем бедрами. Только придерживаем вес руками, чтобы он не скатывался на живот. Еще. Еще два раза медленно. Последний медленно. И каждый еще в темпе. Вверх. Вверх. Сжимаем ягодицы. Собираем к центру. Каждый раз близко-близко. Выдох. 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 Тройная пружина. Три, два, один. Мягко вниз. Еще. Три, два, один. Еще два раза. Три, два, один. Последний также. Будьте внимательны. Наверху стоп, задержались. Напрягли ягодицы. Бедро. Спина без прогиба. Пресс напряжен. Грудь открыта. Стоим, дышим. Вдох, выдох. Циркулирует воздух. Пульс только вверх. 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 Микродвижение ягодицами. Напряги мышцы. Сожми пульсом. Мы работаем не спиной, мы работаем не ногами отдельно, мы работаем толчком ягодиц. Сжать, сжать. Восемь, семь. Микродвижение, его нужно почувствовать, мозгом ощутить сейчас.
и импульс в ягодице. 3, 2, стоп наверху. Внимание, отводим колени широко в стороны, не отрывая внутреннего края стоп. Выдох. На вдохе собираем колени максимально узко. Работаем каждый счет. Выдох, вдох, выдох, вдох. 8, 7. Ощути отводящую часть бедра, ягодицы, среднюю, малую, еще. 4, 3, 2. Два раза чаще ускорились. В сторону, в сторону, в сторону. Полной амплитудой. Сомкнуть, разбить, сомкнуть, разбить. Еще. 4, таз не опускать. 3, 2. И пульс только в сторону. 7, 6. Напрягли ноги максимально. Болтаться ничего не должно. 4, 3, 2. Опустились. Отдохни. Подними от пола правую стопу. Левое колено согнуто. Пятка на полу точно давит вниз. Носок правой ноги на себя, пятку в потолок, колено по максимуму прямое. Работаем также. Выдох, подъем таза вверх, сжали ягодицу. Вдох мягко вниз, не касаемся пола. 2, 2. Вверх, вниз, вверх. На каждый счет. 8, 7, 6. Задача включить левую ягодицу по максимуму. 4, 3, 2, 3. Пружины наверху. Сжать, 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 опустить еще. 3, 2, 1. Еще два раза. 3, 2, 1. Последний также. И наверху статика. Застыли, держим. 6, 5, 4, 3, 2. Пульс только вверх, вверх, вверх. Выдох, выдох, выдох. 3 счета держись. 2, 1. Опускаемся, меняем сторону. Режим 2-2 сразу. Вверх, вниз. Помни, мы не касаемся пола. В верхней точке мысленно проводим прямой луч от колена до плеча. Сейчас правая нога в работе. Поясницу ощущать вы не должны. Следите за тем, чтобы вот такого изгиба не было. Таз подкручен. Каждый счет. Вверх. Вверх. Еще. Выдох. Представляете, что вы пяткой толкаете пол от себя. Вверх. Вверх. Не сдаемся. Еще 8, 8, 7, 6, 5. Напоминаю, тазом не касаемся пола. Ягодицами не опускаемся. Всегда высоко. 3 пружины. 3, 2, 1. Левое колено на максимум прямое. 2 раза. Последний. Статика наверху, застыли. 6, 5, 4. Я здесь. Выше, выше. 2. И пульс только вверх. Вверх, вверх, вверх. 4 счета. 4, 3, 2. Опустили две стопы в пол на двух ногах. Выдох. И вдох. Пола не касайся. Выдох. Если есть отягощение, на таз положи. Еще. Добей ягодицы. Добей бедра. Работай выше. Еще. Вверх. Вниз. Последний также. На каждый счет в темпе. Финальные. 16, 15, 14. Наверху доп. Движения. Дожимай ягодицы. Дополнительно прожимай вверх. Молодцы. Осталась восьмерка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Наверху стоп. Остались. Опора на левой стопе. Оторви правое бедро. Пятка в потолок. Статика. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Опусти, поменяй ногу выше. 7 счетов. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Две ноги. Пульс только вверх. Ягодицами дожать, дожать, дожать.
выше, поясницу не трогай. 8 счетов, финиш. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Опустились, бедра к животу, расслабили поясницу. Молодцы. Закончим работу руками и перейдем к прессу. Разворачиваемся на живот. Все так же. Ложимся к низу. Внимание. Что выполняем здесь? Ладони шире плеча. Ладонь на одной линии с плечевым суставом. Локти направлены в стороны. Колени опорой об пол. Выдох. Отрываем грудь от пола. Широкие отжимания. Включим грудные мышцы. Включим трицепс еще больше. Подкрути таз. Напряги пресс. Раскрой грудь. Мужчины, работаем с прямых ног. Девчонки, тоже пробуем начать с прямых. Если никак, останьтесь на колени. 2-2. Опускаемся вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Простой вариант на колени тоже подходит. Важно не касаться грудью, не касаться животом пола. Каждый счет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Три пружины внизу. 3, 2, 1. Продолжай. Подтяни пресс. Локти точно в стороны. И немного в диагональ назад к тазу. Последний также. Пульс только вниз. 6, 5, 4, 3, 2. Назад. Основная ошибка при отжиманиях, помимо того, что вы теряете целостность корпуса, об этом не говорю, вы начинаете провисать в лопатках. Вот так. Этого мы не делаем. Лопатки параллельны друг другу, параллельны полу. Сильная спина наверху, старайтесь их не сводить. Работаем также через 4, 3, 2, отжимания 2-2, медленно. Вниз, наверх, вниз, вдох. Наверх, выдох. Каждый счет. 16, 15, 14, 13, 12, ниже. 11, 10, 9, финальные. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Круглая спина назад. Помним про основные правила. Не прогибать поясницу, не проваливаться в лопатках. Через 4 счета последний подход. 3. Живы. Я, да. 2-2. Медленно. Вниз. Наверх. Вниз. И отжимаемся. Финальные. 10. 10. 9. Можно с прямых. Еще. 6, 5, 4, 3, 2. Внимание, пол амплитуды, внизу статика. Стоп, застыли параллельно полу, держимся. 3, грудью держись. 2, 1, выросли. Колени к себе, круглая спина назад. Остается последний блок, работаем над прессом. Ложимся на спину. Стопы на полу, колени согнуты. Подбородок поднят в потолок. Руки за головой, локти по сторонам. Выдох. Оторвать лопатки от пола. Подтянуть пупок к позвоночному столбу. Напрячь мышцы живота. Со вдохом мягко опуститься вниз. Задача не менять расстояние между подбородком и грудью. Ни внизу, ни наверху. И не прогибать поясницы. На каждый счет вверх. 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 Работаем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Тройная пружина. Пульсом вверх, вверх, вниз. Вверх, 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 вниз. 3, 2, 1. Голову мягко придерживаем пальцами рук. Еще 4, 3, 2, 1. 3 раза. Вверх, вверх, вверх. 2. Последний.
внимательно наверху. Стоп. Вытягиваем правую руку в локте. Пятки чуть ближе к ягодицам. Лопатки уже не опускаем. Выдох. Скручиваемся вправо. Вдох. Возвращаемся к центру. Каждый счет. 8. 7. Ребра к тазу. 6. 5. Говорила вначале, много работы с кором. Продолжаем. Внимание. Меняем сторону. Влево. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Чередуем. Право-лево. Право. Лево. Право. Поясница круглая. Лопатки оторви. Выдох. 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 Тройная пружина только вправо. 3, 2, 1. Снова вправо. 3, 2, 1. Два раза. Лопатки ни в коем случае не опускаются. Меняем. Влево 3 пружины. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Два повтора. Последний также. Право-лево. Каждый счет. Финишная здесь. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Две руки вытянуты из стороны в сторону. Финиш. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Легли. Руки вдоль корпуса. Оторвали стопы от пола. Скрестили пятки к паху. Колени на ширине плеча. Выдох. Бедра к животу. Оторвать копчик. Вдох мягко опустить. Замах ногами не подойдет. Только пресс. Таз к ребрам. Каждый счет. 16. 15. 14. 13. Еще. 12. Таз к ребрам. 11. 10. 9. 8. 7. Работай полной силой. Осталось всего 2 упражнения на пресс. И полностью закончим. 3, 2. Тройной пружиной к себе. 3, 2, 1. Вниз. 3, 2, 1. Пятки от ягодиц не отрывать. Последний. Таз на пол, руки за голову, локтями до колен, 2-2. Коснуться и лечь. Коснуться и лечь. Еще. Выдох. Вдох. До касания колен. И каждый счет. Вверх. Вверх. Не прогибай спины. Вот это не подойдет. Задача – оставлять поясницу вдавленной в пол. Молодцы. Пульс только вверх. 3, 2. Оторви лопатки. Стоп. Работаем коленями до плеча. В обратную сторону работа пошла. Лопатки не опускать. Выдох. Вдох. К себе. К себе. К себе. Держись. Осталось 8. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2. На пол, таз на пол, лопатки, руки между бедер. Заканчиваем. Подъем до носка. Замок из рук, касание носков. Осталось 6. 6. 5. Ребра к тазу, снова сокращай прямую мышцу живота. 2. Финальный. И пульсом наверху. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2. Финиш. Опустись. Молодцы. Выпрямляем ноги в коленях, удлиняем ладони наверх, за макушку тянемся. Как ваши дела? У меня все хорошо. Я надеюсь, что вы тоже зарядились бодростью. Итак, внимание, подхватываемся под одним из бедер. И махом ноги вырастаем вверх. Ладони под колени. Круглая спина. Ладони до локтей. Тянемся назад спиной. Дышим. 4. 3. 2.
Выпрямляемся, макушка вверх. Хорошо. Здесь внимательно развернемся на ладони и колени. Подтягиваем правое бедро под живот. Ладони под плечами. Левую стопу подкручиваем носком в пол. Отрываем колено и толкаем от себя. Опустите колено. Согните левое колено. Правая ладонь под корпусом, под центром грудины. Беремся левой рукой за левый носок. И подтягиваем пятку к ягодице. Доверните оба плеча в параллель с полом и наклонитесь вперед. Почувствуйте растяжение в квадрицепсах. 6, 5, 4, 3, 2. Захват отпустили. Правая голень уходит в сторону края коврика. Старайтесь сейчас чуть раскрыть правое колено. Угол не широкий. Опустите к полу левое колено, удлините левый носок. И опустите животом и грудью на правую голень. Натяжение в ягодицах. 4. Спина без прогиба. 3, 2. Вырастаем. Подкрутите левую стопу, оторвите колено. Верните колено к колену. Поменяйте сторону. Правый шаг назад. Подкрутили носочек, толкнули от себя. Опустили колено к полу. Левая ладонь по центру, под грудью. Правой рукой держимся за правую стопу и подтягиваем пятку к ягодице. Плечи доворачиваем в параллель с полом и дышим. 6, 5, 4, 3, 2. Захват отпускаем. Голень левой ноги отводим от себя. Угол в левом колене не широкий. Локти под плечи, ложимся вперед на левую голень. Правое бедро на полу. Натяжение в ягодице, много сегодня ими работали. 3, 2. Молодцы, ладони под плечи, подкрутили правую стопу, вернули голени друг к другу. А теперь лицом к вам, вы лицом ко мне. Потянем боковые поверхности корпуса. Смещаем ягодицы. Отступ чуть вправо. Левая ладонь с краю правого бедра. Правая ладонь вверх. Тянемся в сторону. Если очень сложно выполнять это упражнение, можно остаться ягодицами на полу. Возвращаемся. Поменяем направление движения также. Грудь открыта. Ягодицы чуть влево. 2, 1. К центру. Садимся на пол. Заканчиваем работу, расслабим руки. Потянитесь макушкой вверх, соберите лопатки, вытяните полностью стержень позвоночного столба. Раскройте плечи, большие пальчики в потолок. 3, 2, 1. Ладони вверх. Правый локоть согнут, левая рука сверху, голова назад. Наклон влево, тянем правый бок. Возвращаемся. Меняем сторону. Голова назад. Наклон вправо. Вернулись. Ладони в замок за ягодицей. Выпрямили локти, собрали лопатки, опустили плечи. Подбородок на грудь. Отпустили захват. Тянем шею мягко вправо. Плечики вниз. Мягко влево. И к центру. Подбородок на грудь. Ну что, захват отпускаем. Сейчас вытянули в экран правую ладонь. Вытянули в экран левую ладонь и похлопали себе и мне. Спасибо вам большое, что были со мной. Здоровья вам, счастья и хорошего дня. Всем пока!